Событие, которое ждали все. Событие, ради которого мы здесь. Событие, которое объединяет. И это событие – открытие молодежного центра «Бригантина». Будь в курсе, будь активным, будь целеустремленным и позитивным. Дерзайте, творите, развивайтесь. Ну а мы начинаем. Хотелось бы поздравить молодежный центр с таким обновлением. Очень красиво выглядит здание, что снаружи, внутри еще лучше. Хотелось бы пожелать, чтобы новое, так скажем, здание привлекало еще больше активной молодежи. А для молодых желаю больше творческих побед, каких-то свершений, чтобы это здание заряжало вас. Да, действительно, модернизация была непростой, но благодаря усилиям агентства молодежной политики, администрации города и вообще всех причастных людей, их было очень много, у нас все получилось. Мы все преодолели, и поэтому я верю, то, что у нас сейчас будет действительно светлое будущее, светлое. У меня очень сильная команда, настоящие профессионалы работают в коллективе, поэтому я... практически в каждом уверен на 100%, и я думаю, что у нас все получится.